Дорогие рукодельницы, всем огромный привет! Сегодня долгожданное видео. Я выпускаю такие видео уже много-много лет. Ну а мы сегодня поговорим с вами о том, что связать этим летом, летом 2024. Конечно же, я обязательно буду вставлять фотографии вот здесь, вот в этом углу. Здесь у меня цветочки, а здесь будут фотографии. Пожалуйста, скриньте, либо вы можете подписаться на мой сайт вязальный в Telegram, и там я буквально завтра-послезавтра все эти фотографии загружу, чтобы вы могли вдохновиться, сохранить себе, вязать по образцу, либо со своими дополнениями, изменениями, если вам этого захочется. Итак, приступаем. Да, давайте скажем о том, что не все вяжут летом, не все любят хлопок, не все носят вязаное летом. Но я попробую сегодня, возможно, разубедить вас, возможно, вдохновить, замотивировать. Вы посмотрите с другой стороны на летнее вязание. Сегодня у нас будет одежда и сумки, аксессуары, какие-то другие, там шляпки, что-нибудь, кошельки, что еще, закладки, какие-то интерьерные вещи. Все это есть уже на моем канале. Если хотите, я оставлю вам ссылочки, смотрите и вдохновляйтесь. Итак, я хочу начать с хлопкового джемпера, такого легкого, хотя легким, наверное, его не назовешь, но он такой дырявый, ажурный, но из толстого хлопка. И это, конечно, не на самую жару, но вот вечером можно накинуть, можно на пляже в ветреную погоду вечером где-то прогуляться, либо в парк прогуляться. Вот такой хлопковой вещи иногда нам не хватает. Но сколько можно носить эти свитшоты и толстовки, иногда нужно возвращаться к женственности. Вот сегодня я тоже, да, с воланчиками. Иногда хочется выглядеть более романтично, более как-то нарядно, что ли, поэтому предлагаю связать вот такой белый, например, да, джемпер с узорами, с ажурами, с дырочками. Второй вариант вот такой вот от нашей любимой Зары ушедшей, но мы можем, во-первых, купить, конечно, все что угодно, потому что достать все также возможно, но и связать можем. Можем связать, посмотрите, здесь цветы, добавляем любые другие понравившиеся узоры, ищем их в интернете, либо в книгах, и вот такая модель, интересная спинка здесь сзади, разрез, чтобы еще больше это все проветривалось, продувалось и было не так жарко. Классная вещица, здесь хлопок как будто бы потоньше, да, чем в первой модели. Рукава сейчас в моде, кстати, и клеш, поэтому смотрите, летом уже не надо куртки, пальто на себя надевать, да, и клеш вполне уместен. Хотя кто-то говорит, что неудобно есть, но, девочки, мы не всегда едим, да, иногда мы просто гуляем, поэтому можно себе позволить помодничать, раз такое дело. Тем более клеш все-таки это такое что-то летящее, развивающееся. Вяжем и носим. Следующая одежда уже будет без рукавов. Я иду именно по летним вариантам и делюсь с вами фотографией, которая уже мелькала в моем Telegram. Меня очень вдохновил вот этот яркий топ. По-моему, это тоже Zara, не знаю. Не реклама, вяжем сами. Дорогие, смотрите, это обычные бабушкины квадраты. Какие-то из них не до конца довязаны. В очень ярких цветах, но при этом все гармонично, несколько цветов, да, не просто какое-то буйство сумасшедших красок радуги, а здесь все-таки все в гармонии, красный, оранжевый, белый, темно-зеленый или серый, там голубой или светло-серый, ну, в общем, вот как вдохновение, можно использовать эти оттенки, можно связать точно такую же вещь. Я бы от такой вещицы не отказалась. Вот мне кажется, что она вяжется очень интересно, да, увлекательно, такие всякие там и цвета, узоры, вот эти рюши опять-таки. И носить такое изделие я предлагаю с чем-то действительно светлым, вот как здесь на фотографии, однотонным, не добавлять больше других цветов сюда, не добавлять ничего другого акцентного, все достаточно просто должно быть, чтобы вещь выделялась. Ну, максимум можем добавить, например, красные туфли сюда, либо оранжевые даже.
Так, следующая кофточка очень бы подошла сейчас вот к этому махеру, из которого у меня связана паутинка, да, примерно что-то такое же, но здесь вышивка, это топ такой, да, как футболка своеобразным вырезом, и вышивка, цветы, летняя тема, очень мило, интересно выглядит. Тоже, конечно, мы носим с чем-то более базовым, с джинсами, с однотонной юбкой, с чем-то таким простым, потому что вещь действительно слишком яркая. Еще один вариант, тоже с узорами, и тоже разноцветная такая майка с открытыми плечами, зигзаги, ажур, симпатично выглядит. Цвета подбираем, конечно же, те, которые идут вам. Да, дорогие мои, совсем скоро наступит лето, и, конечно, нужно приводить себя в форму, чтобы и вязаные вещи на нас хорошо сидели, да и любые другие вещи тоже красиво подчеркивали наше достоинство. Конечно же, без спорта никуда. И сейчас я занимаюсь дома с платформой FitStars. Очень люблю эти тренировки. Это очень удобный и интересный вариант тренировок, когда от 7 до 30 минут в день вы можете посвятить себе, чтобы достигнуть своей цели. Например, похудеть на какое-то количество килограмм, постройнеть, либо подтянуть свое тело. Там вы найдете огромное множество тренировок на свой вкус. Также есть раздел питания, где все калории уже посчитаны, все сбалансировано, вам нужно только приготовить. Мне нравится большое разнообразие тренировок по разным программам. Это и похудение, и растяжка, и йога, дыхание. В подписке доступны также обучающие курсы. Это по дыханию, по здоровой спине, например, даже танцы и фейс-фитнес. Также есть занятия для детей от 3 лет, чтобы приучать их тоже к спорту постепенно. В такой в игровой, развлекательной форме. Показываю, как я тренируюсь, вставляю свой ролик с моими занятиями. Я очень люблю йогу, когда тянется все тело, растягивается, спина говорит однозначно спасибо, но кроме этого вытягиваются все мышцы, мышцы шеи становятся длиннее, ручки, ножки. Больше раскрывается грудная клетка, соответственно, глубже дыхание, глубже дышите и больше кислорода поступает в наше тело. У меня уже давно, несколько лет оформлена подписка с FitStars, и чего и вам советую, потому что именно здесь вы будете здоровыми, вы будете оставаться в форме. А теперь самая крутая новость этой весны, легендарный безлимит вернули, и теперь вы можете оформить и вообще не заморачиваться о том, что вдруг закончится абонемент, потому что он у вас будет навсегда. Теперь доступна рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса, то есть еще выгоднее, а тем более у вас будет мой промокод. Я вам его оставляю на экране. При вводе вы получаете 70% скидку. Обязательно воспользуйтесь этим. Внизу под видео будет ссылка. При оформлении этого тарифа за выполнение тренировок вы получаете умные весы Пикук, которых ограниченное количество, и сертификат в магазин fitstars.shop. Обязательно не упустите такую возможность. А также участвуйте в новом социальном проекте, проекте озеленения «Лес с FitStars». С 15 апреля выполняйте 100 тренировок и посадите дерево в лесу FitStars. Не откладывайте занятия спортом на потом, на понедельник, на когда-нибудь. Уже сейчас приобретайте подписку, приобретайте тариф. Все подробности акции на сайте по ссылке внизу под этим видео. Давайте быть здоровыми и красивыми. Следующая у меня фотография, это довольно-таки простой, совершенно простой топ. Очень красиво шоколадного коричневого цвета. Давно я почему-то забыла об этом цвете, не хотела его совершенно вводить в свой гардероб. Сейчас мне этот цвет очень нравится, он яркий, глубокий, красивый, благородный, и даже на лето я бы такой топ связала коричневого цвета, именно простой, но супер качественно выполнен из какой-то хорошей пряжи, которая ровная, которая без узелков, которая ложится классно на хороших спицах, связать супер-супер аккуратно и носить с удовольствием, дополняя какими-то уже другими цветами или фактурами, не обязательно даже базовыми, да? Дальше я предлагаю связать вот такой топ, достаточно свободный, при этом мелкий ажурный узор интересный, выглядит
достаточно просто, но это только издалека, если присмотреться, конечно, это работа очень качественная, ювелирная. Еще мне понравился вот этот горчично-желтый такой припыленный оттенок у топа и необычный также узор, тоже берите себе на заметку. Этот вариант примерно тот, похож на тот, который с бабушкиными квадратами, но уже более спокойных тонов. Посмотрите, как классно смотрятся вот эти вот воланы и сам такой интересный топ, а брюки простые, широкие, как сейчас модно, хлопковые. Вот тоже обратите внимание, симпатично смотрится, это такой расслабленный стиль. Стиль боха, наверное, да, какой-то такой вот он этнический, необычный, и можно поиграть, если вам нравится такой стиль, попробуйте. Следующая маечка достаточно простая, здесь широкая резинка на горловине, она даже такая вот не слишком прилегающая, свободная, возможно, это вискоза, ну вот что-то такое, да, шелковистое, в пряже оно придает вот этой вот, придает вот эту драпировку. Обратите внимание на такой вариант тоже маечки. Красиво выглядит. Еще один достаточно простой, я, по-моему, показывала в весенних идеях. Топ, связанный резинкой 2 на 2, топ-жилет. Здесь, наверное, все-таки это как майка, да, потому что достаточно близко к шее прилегает горловина. Здесь, конечно, акцент на форму и на убавки, которые идут не по самому краю, а отступив несколько дорожек резинкой. Классно смотрится. Стильно. А именно вот такие вещи хочется вязать. Еще один простой топ, совершенно простой, который можно добавлять под рубашку, например, летящую, да, вот связать несколько себе таких хлопковых топов, которые приятны к телу, которые дышат, которые пропускают, да, воздух и не парки такие. Можно по цветам разные сделать. Вот еще как вариант, достаточно уже свободный топ, удлиненный. Там был кроп-топ, а это уже, ну, наверное, средней длины. Светло-желтого, такого лимонного, холодного оттенка. И на фоне там тоже хаки, маечка. Приятные летние цвета, достаточно такие приглушенные, но при этом они на загорелой коже очень классно смотрятся. Еще один вариант желтого топа, кроп-топ. Здесь на самом деле это двойка, костюм, так скажем, да, здесь кофточка или кардиган такого же, из такой же пряжи связан, тоже ажурный, и вот этот топ под низ. Можно как вариант, да, связать вот именно в комплекте, классно будет. Еще топ, который несколько лет меня уже тоже вдохновляет, но я почему-то так и не вяжу, не дохожу, не доходят у меня руки. Был коричневый такой в одной из подборок, я помню, я даже пряжу покупала, заказывала с ромашками. Коричневый был топ с ромашками, а тут я увидела бежевый с ромашками, но здесь уже и узор какой-то, и ромашки не вывязаны, а они просто, видимо, приклеены там или пришиты. Такой летний нежный вариант. Еще один пример простого топа, просто резинка, причем здесь английская резинка, которую я вязала недавно, свой кардиган, и здесь вот эта английская резинка в хлопке или в полухлопке вполне может быть. Вот этот вариант на запах мне тоже понравился, симпатично выглядит, да, необычно связано. Что это у нас? Поперечное вязание вообще. Короче говоря, тут разбираться нужно, но я не думаю, что прям очень сложно. Можно, если захотеть, то можно. Интересно выглядят вот эти прибавки, расходящиеся резинкой. И очень нежно, женственно, опять-таки, угадать бы с вырезом. Главное, да? Ну и, как обычно, встает вопрос белья в вязаных изделиях. Вшиваем чашечки, либо носим что-то такое подходящее, да, может быть, какие-то топы-бандо без лямок, либо с тонкими лямками, в общем, так, чтобы этого не было видно. Угу. Идем дальше, и
Далее я хочу вам показать несколько платьев. Меня почему-то вот в этом году опять тянет на платье, хотя это такая масштабная работа, там сидеть долго-долго вязать, но почему-то хочется. Я еще ни разу не вязала себе летнего платья, да, я зимнее вязала, а летнее нет. Я начинала, но, как вы помните, если вы давно со мной, все время шло что-то не так. В общем, я поняла, что мне просто модель уже разонравилась, та, которую я вязала. И теперь я предлагаю посмотреть вам на вот эти модели. Первая идет вот такая, достаточно расслабленная. Посмотрите, какой шикарный вариант. Здесь у нас вязка спицами. При переходах цвета идут накиды. Здесь тоже дырочки идут. По краям необычно, да, вот посмотрите, как достаточно такая широкая обработка идет. Проймы красиво оформлены, такие они увеличенные. В общем, платье мне нравится своей расслабленностью. Платье такое неприталенное, свободненькое, поэтому не должно быть сильно жарко в таком. Еще как вариант, облегченная версия на тоненьких лямочках. Тоже обратите внимание, как нежно и красиво смотрится. Полоска вообще очень модная сейчас, поэтому вяжем что-то полосатое. Также, наверное, как пляжный вариант скорее, либо вот как здесь на брюки можно надеть. Это такой удлиненный жилет или платье с высокими разрезами прям до талии. И здесь сверху плотная вязка, а дальше идет ажур. И, соответственно, не жарко, но все прикрыто, все цивильно. Как вариант именно пляжного платья, либо можно сейчас носят еще сетки просто на одежду, допустим, на тонкий топ и на какие-то шорты облегающие, раз, и надела сетку. Вот, посмотрите, такая сеточка укороченная, платье или удлиненное, вот такое пляжное. А здесь еще по разрезам, по краям пущена бахрома. Шикарно выглядит, очень роскошно, как-то вот так вот расслабленно, роскошно, дорого. Перейдем к цветным вариантам. Мне нравится вот этот синий образец яркого платья. Платье короткое, достаточно тоже расслабленное, не слишком широкое. Плечи открыты и вот эти полоски. То есть оно не однотонное, а такое интересное полосатое. Еще одно полосатое платье, уже удлиненное. Здесь по краю также пущены воланчики такие небольшие. Ажур какой-то. И по горловине, по-моему, тоже. Не могу сейчас рассмотреть. Интересное сочетание цветов. Вот мы с вами недавно разговаривали, да, как сочетать оттенки, как стилисты предлагают. И вот здесь они все... смотрите, смешанные и холодные, и теплые, да. Ну и смотрите на цветовой круг, они друг напротив друга находятся. И, то есть, они, да, сочетаемы. Главное, чтобы они шли вам вот в этом сочетании. Ну а так интересно набрать себе разноцветные пряжи, подобрать по оттенкам и потихонечку вязать уже сейчас. Потому что вот апрель заканчивается, начнется май, и там уже и лето, жаркие денечки, сезон купание открыт. Еще один вариант интересного сочетания цветов и полосок. Посмотрите, вот такой необычный, модный, стильный. Можно девочкам, у кого дочки, да, своим такое связать. В таком платье запросто можно лететь на отдых. Можно ходить и на пляж, и куда-то в кафе прибрежные. Очень необычное, красивое, привлекающее к себе внимание. И это вот как раз образец дизайнерского вязания. Мне такое нравится. Еще один вариант такого дизайнерского вязания. Вот этот, посмотрите. Здесь нужно вязать, конечно, по выкройкам. Просто разрезать так, как вам нужно эти выкройки, и именно вязать по ним, а дальше все сшивать. И, конечно же, это машинная, скорее всего, вязка,
Но смотрите, это же все можно повторить. Да, конечно, стоит заморочиться, но платье великолепное. Можно что-то наподобие связать, можно даже не делать эти выкройки, можно сделать все это. Вводим новую нить, интарсии провязываем и так далее. Можно и так. Все, платья закончились. Напишите, какое вам понравилось, может быть, что-то захотели уже связать себе. Ну и переходим к сумочкам. И первую сумочку я покажу вам, наверное, к тому топу с ромашками, который был до этого. Очень нежная летняя сумка, с которой можно ходить в парк, на пикник, на пляж. Да и по городу сейчас многие с такими ходят. Вязаные сумки сейчас в моде, они продаются в каких-то брендовых магазинах в том числе, так что вяжем и носим. Дальше покажу вам вариант, который я сохранила себе, чтобы не забыть, как можно связать ручку для сумки. Посмотрите, вяжем просто полосочку, а потом одну часть центральную сшиваем, а оставшиеся концы пришиваем к сумке. Классный вариант, беру себе на заметку и с вами тоже делюсь. Также мне понравилось в этом году, я смотрела несколько в магазине сумок, именно сумка-ведро они называются, такое ведерко, и подумала, почему бы не связать что-то подобное. Вот у меня для вас черный вариант есть, с бусинами, и белый. Ну, конечно, можно сделать любыми. Внутри пришивается подклад немножко ниже самого края сумки, и стягивается веревочками. Также очень хорошо смотрится, когда к сумке вязаной идут какие-то дополнительные вот эти элементы металлические или кожаные. Сразу другой вид у сумочки. Еще наткнулась на варианты сумок с квадратными ручками. Стильно, необычно, классно смотрится. Особенно представляется, что это длинное платье макси, какое-то летящее такое, может быть, под оттенки сумки, либо просто светлое, и такой тоже расслабленный морской стиль, но можно, конечно, и в городе носить. Здесь сумки представлены блестящей пряжей и, конечно, квадратные ручки. Вот посмотрите, одна, вот вторая, здесь даже бусины такие большие, крупные, использованы. Золотом обвязаны края. Вдохновляемся, девочки! Также сумки, которые давно уже все вяжут, вот показываю вам схему, как это делается. Мы вяжем длинное прямоугольное полотно и потом несколько раз его складываем, пришиваем ручку, пришиваем застежку по желанию, и получается у нас вот такая сумочка. Достаточно просто, но красиво смотрится, и такая сумка-шопер вообще нужна всем. Еще вариант сумки, это уже рафия, да, здесь у нас такая она твердая, стабильная, стоит она у нас тут такая прямоугольная, квадратная. В двух цветах берем рафию и вяжем. Я, если честно, рафию я пробовала, да, но мне как-то не понравилось, именно в нашу жару мне неприятно, как кожа она касается. В общем, эти ощущения мне не нравятся, поэтому я теперь из рафии не вяжу, но вяжу из полиэфирного шнура, из хлопкового шнура, из просто хлопка толстого сумки. Вот, это мне приятно, это мне нравится. Но, конечно, форму придать, это хлопку сложно, поэтому кому нужна форма и кому не важны вот эти вот ощущения, или кому нормально, то вяжем из рафии. Следующая сумочка, опять с цветами, цветы по бокам, бабушкины квадраты, ну а так это два прямоугольника, связанные крючком с дырочками, с накидами, и ручки. Тоже, конечно же, делают свое дело, вот обратите внимание и представьте, были бы здесь вязаные ручки, смотрелось бы уже не так. Добавьте сюда какие-нибудь ручки и кольца, либо вот эти квадратные ручки, либо вот эти, бамбук или что-то такое, да, и совсем другой вид уже получается, можно спокойно за повседневную сумку взять вот эту, ну, пусть она будет черная, может быть, она и будет и бежевая, может, и белая, может, голубая, может, и желтая, какие цвета вам нравятся и больше всего подходят к вашему гардеробу на лето. И напоследок покажу хлопковые сумки.
к которым я больше всего склоняюсь, да, они, во-первых, проще вяжутся, можно добавить опять-таки сюда какие-то кожаные ручки вместо вот этих связанных, но можно и так, это сумки большие достаточно, сумки-шоперы в дырочку, такие квадратики квадратные, да, вязка крючком здесь. Цвет тоже выбираем сами, вот здесь вот какой-то лавандовый такой красивый, сиренево-голубо-лавандовый цвет, либо серый графит, и вяжем, заказываем пряжу и вяжем. Это вся моя подборка на сегодня, я очень надеюсь, что я вас вдохновила, напишите, что вам понравилось больше всего, забегайте в мой телеграм, смотрите, рассматривайте фотографии более подробно, да, и еще мы решили с моей аудиторией в телеграм, что достаточно регулярно под каким-то постом вы будете мне присылать то, что у вас сейчас на спицах, либо то, что вы только что связали. Один из таких постов недавно был, и спасибо всем огромное, что вы делитесь со мной своими вязаными вещами, и, конечно же, вдохновляете меня и всех остальных, тех, кто смотрит на ваши вещи. Спасибо вам. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, спасибо за внимание, до скорых встреч. Всем пока.